Надо же аплодисменты. Съемки монтажа. Это казалось бы, вот вначале вот смотришь первый песню, это эклектика вообще какая-то. А оно все вот так вот, вот слилось вот в этот подход. И вот это оно все срывалось, и это все называется. Это гениально просто. Вопросы, жалобы, предложения. Почему читал только змей? Почему вы не почитали? Змей читал. Ну кто он читает? Пусть прочтет. Не, а следующий. Не. Следующий фильм Алексей Гулькевич. Нет, дело в том, что у Змеева профессиональная студия звукозаписи, а Семенищин работает в полевых условиях. Да. С этим вопросом я был человек, я хочу сказать, я не буду долго говорить, Сергей Юнин Горчу. Ты тоже хочешь что-то сказать? Вы знаете, в этом фильме есть один фрагмент, Михайлик. И для меня лично в этом фильме, вот в этом куске было все. Там совершенно изумительный операторский момент, море, текст. И, конечно, он ушел. Музыка совершенно изумительная. Совершенно... Там настолько все тонко, я вот ловил себя, где бы поймать эту ситуацию, чтобы мне было не очень интересно. Или чтобы я остановился. Нет. Но для меня кусок с Михайликом это просто полное сочетание всех компонентов, которые были возможны. Там все, конечно, продумано. И все это совершенно ясно для меня, что весь этот текст и последовательность текста, все продумано, все делается через голову и через эмоцию. Это несомненно. Но вот этот кусок был просто мощный. Спасибо. Ну, это вообще место мощное такое, когда ты едешь между кладбищем и тюрьмой. Да. Картина мира. Вот это движение камеры. Вот это не укладывается. Причем, да, это все было снято не с мостовой, а это было снято выше. И вот это небо, и вот эти мелькания, и вот этих строений тюрьмы, и текст, и потом переход. Ну, вот это очень хорошо. Поздравляю. Анекдот, который вот и вот кладбище напротив тюрьма, сколько по этому поводу было шуток и так далее, а Михайлик вдруг взял и из этого... И ну сложилось все. Я с одной стороны. Да у камеры. Вообще не надо шутить. Да, конечно, нужно. Я прошу. А потом я прошу вас, задавайте вопросы, потому что мне очень важно. Это мой первый опыт. Где потом смотреть? А? Где можно будет потом посмотреть еще? Будет ссылочка, наверное, сделаем. Давайте я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что размещаю на сделанные нами вот эти вот произведения на своем канале в YouTube, который называется вот так, как меня мама назвала, вот Владимир Богатырев.